В Махачкале в муниципальной школе имени Анатолия Карпова проходит чемпионат Дагестана по шахматам на призы первого президента Дагестана Муху Алиева. Сегодня третий тур. Лидеров пока много. Помимо международного гроссмейстера Магарама Магомедова, мастера спорта России Руслана Гусейнова и мастера фиде Таты Бариева, играют кандидаты в мастера, такие как Камиль Кардашев. В турнире участвует чемпион мира по ушу сэнда, президент Федерации кунг-фу Дагестана Мурат Ахадов. Как всегда, среди 70 участников играет много молодежи и детей.